Всем привет, друзья! Меня зовут Константин, это канал Liberty Games. Седьмая часть прохождения одного из сложнейших модов для GTA Vice City, который называется GTA Titan Twice. Ну что ж, сразу с места в карьер. Так, тачку я, кстати, могу убрать. Уже по привычке не беру ее, потому что Диаз был против, а теперь Диазу... Ну, Диаза теперь уже нет. Это собственность моя, поэтому можно, собственно, пользоваться. Ну что ж, поедем на лодочную станцию. Насколько я знаю, мы уже можем приобретать собственность. И посмотрим, что там будет за миссия. Что-то очень сильно заносит. Давно уже не играл. После пятерки прям такая... Прям контраст такой в управлении автомобилем как-то сильно заносит. Неужели в Vice City действительно так заносит тачки? Странно, я всегда считал, что в GTA Vice City одно из лучших управлений автомобилями. Долгое время, сейчас, кстати, да, мы проходим GTA 5 на 100%. Спасибо Максону за челлендж. Так, ну все, мы можем приобрести. 88 тысяч у нас, 10 тысяч мы можем потратить и приобрести. Меня эта миссия в оригинале бесит и раздражает конкретно, потому что там можно застрять на лодке, и я почти всегда застреваю. В прохождении без провалов миссии смерти эту миссию реально сложновато проходить. Так, давайте сохранимся. Наверное, вот тут, например. Так. 12 часов дня. Все время забываю, какая из них быстрее. По-моему, вот это. Ну что ж. В чем тут будет усложнение, интересно? Пока все так же идет. Но здесь, может быть, времени будет меньше. Может быть, стрелять нас кто-то будет, я не знаю. Потому что эта миссия мне в оригинале не нравится. Сейчас я объясню, почему. Так, аккуратненько. Вот на этих штуках я частенько, бывает, либо не долетаю, либо еще что-то происходит. Либо я застреваю на них. Короче, о, вот она, вот оно, вот она. А, блин. Ну все, я уже не успею. Я думаю, нет даже смысла пытаться сейчас это сделать. Просто загружаюсь и все. Ненавижу эту миссию. Как по мне, это самое бесячее. Вот вы скажете, вертолетик. Фиг там. Именно вот эта миссия самая бесячая, на мой взгляд. Ладно. Причем, по моему ощущению, ну, конечно, я еще давно не играл в Vice City. Тем более в Titan Twice. По-моему, управление какое-то слишком резвое. То ли это на контрасте после GTA 5, то ли еще что-то. Пока отличий никаких не вижу. Хочется поскорее эту миссию пройти, потому что... Так, ладно, сильно особо не будем газовать. Так, аккуратно. Пожалуйста! Да вот, вот она, о чем я и говорил. Я понял, там... Да... Да твою ж мать, а. Так, ладно, игра, ладно, ладно. Окей. То есть, здесь, видимо, контраст сделан. То есть, там лодка разгоняется просто с какой-то бешеной нереальной скоростью. Но как только мы заезжаем... Вот, смотрите. Очень быстро едет. Невероятно быстро. Но как только мы попадаем внутрь, какая-то неведомая сила нас тормозит. Хотя вот разогнался я, не сказать, чтобы плохо. Какая интересная у нас там уже попытка. Фух. Давай, газку, 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 газку. Да нет! Ладно, перелетели. Видимо, сложность будет заключаться. Да! Да! Ах ты ж! Так, ясно. Ясно плюс понятно. Да. Да. Тамада хорошие, конкурсы интересные. То есть разгоняешься медленно, ты не перелетаешь. Разгоняешься быстро, ты слишком высоко перелетаешь. Ну что ж. Вот так вот получается. Так, газку, газку, газку. Нормально вроде идем.
судя по моим внутренним ощущениям, неплохо. Так. И раз. Есть, взяли. Взяли. Нормально. Что здесь у нас будет не так? Взяли. Кстати, нормально взяли. Хорошо. То есть такое ощущение, будто он подбрасывает меня. Здесь такое ощущение, что мне нужно будет как-то оплывать его, что ли? Нормально. Проезжаем. В оригинале данного корабля нет, друзья. Минута 35. Как-то слишком резво едет лодка. В чем же будет заключаться подляна на этот раз? Ну, пружинищие вот эти штуки, понятное дело. И не дающие тебе проехать. Подозрительно быстро плывет лодка, мне так кажется. А может и в оригинале она так плывет? Просто после GTA 5 я давно не играл в Айсу. Уже 500 раз сказал. Так, ладно. Стрелять у нас никто не будет, интересно. Не хотелось бы долго засиживаться именно на этой миссии. Потому как она меня в оригинале раздражает. Это одна из немногих миссий, которая... Так, наверное, стрелять сейчас будет, да? Нет, не стреляет. Не стреляет. 38 секунд осталось. Что-то слишком подозрительно легко. Относительно. А если слишком подозрительно легко сейчас... Ну, что-то будет, наверное. Слушайте, я не понимаю. Прям очень подозрительно. Очень подозрительно легко прошел. Всего лишь... 7 минут, считайте, с начала записи. Я уже прошел эту миссию, обалдеть. Как всегда, сломался спидометр. Если досмотрел до этого момента, пиши хэштег спидометр живи. Так, ну что, поплыли обратно. Ладно, спидометр работает. Кстати, плагин вот для поворота камеры вот этот, я нормальный так и не нашел, к сожалению. То есть их несколько штук и работает только один вот этот. Поэтому с приближением здесь иногда косяки бывают. И со стрельбой, допустим, если я сейчас в бок нажму, по-моему, не. О, во-во-во-во-во-во. Теперь в другой бок. Видите, что с камерой происходит? То есть, когда я начинаю целиться в бок, она остается там, где я как бы был до этого. И когда я отпускаю, она возвращается обратно сюда. Ну ладно, в принципе, к этому можно привыкнуть. Ничего особо страшного. Ну, хорошо, что я смог пройти лодочную станцию. Это круто. Так, а если мы сейчас сюда заберемся, что будет интересно? Так, ну-ка дай-ка. Заберемся, нет? Не, лучше не буду рисковать, он как-то... Скорее всего, здесь миссия будет, и забираться нужно будет туда как раз вот так. Не просто же так все это сделано. Сейчас главное не перевернуться. Потому что мне неохота заново собирать оружие, которое у меня есть. $170 накопилось. Нормально. Так. Давайте засейвимся. И поедем на следующую миссию. Так, патрончики лишними не будут. Я не помню, миссия начнется, если я сюда сяду или нет. Кстати, в оригинальной Vice City, что-то я не помню, были такие, которые трубы возят? Что-то я не помню таких. Реально не помню. Я помню, что были, которые бомбу возят. Так, ладно. Так, броня у меня полная. Кстати, в чем плюс данной модификации? Здесь бесконечная дыхалка. То есть ты можешь шифтить сколько душе угодно. Да. Так, ну что, сейчас Cherry Poppers будем мороженку продавать, так скажем.
Это да. Что у нас с громкостью? Все в порядке. Что, друг, хочешь мне дать читу? Дай, пожалуйста. Благодарю, спасибо. Такой контраст. После того, как ты долгое время играл в GTA 5, ты возвращаешься в GTA Vice City. Потому что последняя запись была довольно давно уже, в феврале, по-моему. То есть больше месяца я не играл. Так, 20 тысяч. А в оригинале она тоже 20 стоит? Не помню. Вот видите, 20 тысяч. Ладно, давайте берем. Покупаем. Так, и тут прикол будет, если я сохранюсь, то тачка моя исчезнет, на которой работать. И надо будет отбегать. Это я точно помню. А, ее даже нет здесь. Нормально так. Окей. Допустим. Так, стоп. А как же развивать этот бизнес, если... Но она вообще, когда ты здесь сюда приходишь, она здесь спавнится, как бы. Почему ее сейчас нет? Прикольно, костюмчик у нас на Cherry Poppers поменялся с логотипом. Странно. Ну, есть вариант еще отъехать. И тогда появится... А может быть, придется самому ехать и искать... реально искать мороженку самому. То есть, который продает мороженку, захватывать его и тогда уже продавать. Как вариант, может быть, и такое. Не, появился, появился. Но когда ты ее первый раз покупаешь, он и так сразу появляется. А вот после сохранения он просто почему-то исчезает. То есть в оригинале так происходит. А здесь он даже не появился. Ну, по крайней мере, у меня вот так в лицензии. Так. Так, 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 так. Надеюсь, нужно 50 штук продать. Так, давайте-ка возьму переводчик и переведу, что он от нас хочет, игра. Use the ice cream when to... Trades. Давай, давай, Яндекс.Переводчик. Опачки. Сейчас узнаем, чего от нас хотят. Блин, криво сфоткал, криво, криво, криво. Так. Используйте фургон мороженого, чтобы распределить угощение вокруг вице-города. Следите. Следите за ним. Что? Блин, зумить не... А, можно зумить. Стоп. Следите за ним. Блин, не получается сдвинуть. Короче, здесь будут какие-то челики, дилеры. Которые будут соперники нашими. Судя по кривому переводу. Вот! Ём! Ты что творишь, чел? Я же еще не продал ничего. Обалдеть, я чувствую, это будет весело. Блин, тут еще и не один противник. А как тогда продавать вообще, в принципе? Алло, трое! Вы что, серьезно, что ли? Вот это весело. Причем у них скорость больше, чем у меня. А мне нельзя из машины не выходить, ничего делать нельзя. А как я застрял-то? Что за прикол? Гля, они еще и клиентов будут давить. Ну все, минус клиент. Он не едет, он не едет. А, ну все, мне помогли съехать. Так, ладно, мы сейчас починимся. Я надеюсь, это... Я надеюсь, это задание не на время. Это жесть! Кто такое придумал? Я знаю, какая музыка у меня сегодня будет играть, когда я лягу спать. Да, сейчас утро, я только недавно закончил стрим на Твиче. И вот записываю ролик для вас, друзья. Так, только не говорите, что Paint Spray не работает. Работает, работает, отлично. Я даже, наверное, выехать не успею, они меня начнут таранить. Нужно либо найти место какое-то. О-о-о! Да-да! О! Нифига! Нет! Нет! Она сейчас загорится! Ты чё?
Ну не, ну все, ну Габелла. Не, ребят. Так, и как же это пройти? Какое у нас сохранение? 7 утра, обалдеть, я еще не спал. То есть, получается, почти сутки стример не спал. Так вот. Стример, ютубер, я даже не знаю, как себя называть. Стример, ютубер, блогер. Неважно. Главное, что я... А, у него еще маска клоунская. Только сейчас заметил, смотрите. Джокер, Джокер. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. У них еще и скорость быстрее, чем моя. Что вообще с ними можно сделать? Может, их уничтожить можно? Но мне что-то подсказывает, что они будут... О-во-во-во, о чем я и говорил. Ну, с такой инерцией они меня сейчас очень быстро размотают. Так, отъезжаем. А у него скорость капец какая быстрая. Так, их двое осталось. Да, с улетающей камерой, конечно, будет максимально весело. Пятьдесят штук, да, надо будет так вот таким макаром продать? Да ё! Так, их двое осталось. Так, полицейский еще едет. Но если сейчас стрелять при полицейском начну, это... Уезжай давай. Главное, чтобы они меня сейчас не взорвали. Ну прицелься. Я уже... Оу, не-не-не-не-не-не-не-не! Так, ладно. Так, стоп, какая последняя у нас вот эта? Да, это жестко. Это жестко, действительно, ребят. GTA Titan Twice не дает отдохнуть. Да! Я промазал. Вместо шифта нажал... Вместо шифта тыркнул по Enter. Он выпрыгнул. Какой послушный Томми. Красавчик. Молодец. Во, все включилось. Я надеюсь, что 50 штук нужно действительно продать. С переводом я не ошибся. То есть нужно будет драться с другими дилерами. Блин, да в смысле? Это ужасная машина. Нет, 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 нет. Да она просто на ровном месте переворачивается. Я понял ее сложность. Она переворачивается на ровном, мать его, месте. Выходить нельзя, значит. Понял. В общем, смотрите, выходить нельзя, миссия прервется. Переворачиваться нельзя. Надо починить, потому что хпшки у нас по-любому здесь... О-о-о-о! До свидания, мужик. Да, да, нет! Звук, она сейчас загорится, если и будет рядом со мной, то это Габелла. Так, давайте починимся немножко. О, гля, вместе со мной пытается заехать, но не может. Блин, знаете, я думал... Да отъедь ты, ну пожалуйста. Что ж ты делаешь-то, а? Блин, была бы возможность стрелять, как в GTA 5, было бы получше, конечно. Надо будет закупиться патронами для УЗИшки, потому что я чувствую, их понадобится крайне много. О, горит, горит! Или мне кажется? Нет, не кажется. Я... О, хорошо! Хорошо. Отъедь! Пожалуйста, блядь, отъедь, отъедь! Хорошо. Хорошо, я их размотал. Так, сколько у меня времени, интересно, есть между... Сколько времени у меня есть между появлениями? Быстрее, быстрее, покупайте. Сейчас полицейский.
Я надеюсь, что нужно будет 50 продать, не больше. Смотрим по сторонам, чтобы меня полицейский не арестовал. Так, это не полицейский. Так, нормально, 5 уже есть. Я предполагаю, что сейчас через некоторое время появится... О! А, нет, нет, это просто грузовик. Расслабить булки. Это просто грузовик. Кстати, место хорошее, хорошее место. Место реально хорошее в плане того, что... Так, это не полицейский. Слишком быстро бежит. 7 штук продал. Но в оригинале 50, а там не написано, сколько нужно продать. Ну, по крайней мере, я не нашел в описании. Там не написано, сколько надо. Сейчас главное на полицейского не нарваться. Ой, блин, напугался, а? Я думал, это полицейский бежит. Аккуратно. Так, надо водички попить. Досмотрел до момента попить водички. Пиши в чат, дружище. О, в чат. В комментарии, дружище. Так, нет, это не полицейский. Живем. Так, 11. А! Полицейский, все, вижу. Вижу, вижу. Хорошо, что. Хорошо, что его крик был довольно громкий. То есть я услышал его, и все. Если бы сейчас полицейский бежал бы и не кричал, это была бы Габелла. Так, 12 есть. Я надеюсь, что полицейский... Надеюсь, что полицейский будет кричать, когда будет бежать. Потому что если он этого не будет делать, они очень быстро бегают. Это будет очень сложно. Так, 15. 15 штук у нас есть. Так, от греха подальше сбрасываем. Здесь это $100 нам погоды не сделают на перекрас. 100. Блин, это обычный гражданин говорил. Я думал, это полицейский. А, стоп! Здесь полицейский идет. Он прям идет. Он прям идет. Давайте перекрасимся. Ну его от греха подальше. А что если я буду стоять прямо здесь, и они ко мне будут заходить? Ведь полицейские не могут в перекраску забежать. Не забежать, не заехать. Сами по себе полицейские не могут в перекраску. Что если реально я буду просто стоять и ждать, пока ко мне будут эти челики подходить? Звучит как план, потому что здесь меня не могут арестовать. Они физически не могут сюда зайти. Кстати, вот дырка в крыше, вот она, да? Там видно сверху что-то. Да, дырка есть. А с внешней стороны, по-моему, дырки нет. Ну что, надо выезжать. Не буду же я здесь вечно стоять, торчать. Бля, мужик, извини, пожалуйста, что я тебе немножко переехал. Ты же не обидишь. Так, стоп, блин. Аккуратно. Так, сейчас вот эти купят, и надо будет сбросить розыск. Все, 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 все. Чел со мной забежал. Интересно, кстати, можно ли бессмертных делать так, как в Сан-Андреасе? Не будем рисковать. В Сан-Андреасе, если за вами... выбежит. Так, четверо еще, хорошо. Торговля идет хорошо. Хорошо идет торговля.
Надеюсь, с этой попытки получится. Блин, напугал. Так, перекрашиваемся. Нормально, нормально. Все хорошо. Так, еще одна к нам прибежала. Вот да, я начал говорить, не договорил. Интересно, в перекраску, если челик забежит, получится ли так, что он станет бессмертным в Вайсити? Потому что в Сан-Андреасе он становится бессмертным. Просто подходите, агрите любого персонажа и все. Изи. А что это они туда побежали? О, так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Это девчонка, нормально. Спокойно. Блин, лучше перебдеть, чем недобдеть, да? Так, ну его в задницу. Не, лучше перекрашусь. Блин, только перекрасился уже. О, два клин. Нормально, нормально. 36. Ну, если сейчас 50 не засчитается и нужно будет 100, допустим. Блин, может погуглить даже где-то. Давайте пока они покупают. Посмотрим. GTA Titan Twice. Да, понятно. Titan Twice. Да. Так, GTA Titan. Titan Twice. Неплохо, я гуглю пока. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Так, GTA Titan Twice. Давайте Cherry Poppers. Cherry Popper. 40 я уже продал. Но по цифрам 50 он ничего не находит, ничего такого не пишут. Ладно, 9 штук у нас осталось. Мы сейчас особо сильно рисковать не будем. Попробуем все-таки... Сейчас главное реально на полицейского не нарваться. Сейчас продаем и сразу... в перекрас. Не буду рисковать, 6 штук всего осталось. Сейчас, если что, ко мне забегут. Обидно, конечно, будет, если нужно 100 продать. Это будет, придется заново все делать. В оригинале нужно просто выйти из машины, и миссия будет засчитана. А вот как это будет не в оригинале, это, ну, то есть вот в этом моде, это уже вопрос. Так, аккуратно. 6 штук осталось. 6 штук. Так, 2 штуки осталось. 2 штуки. Перекрашиваемся. Может, какое уведомление будет? Что миссия пройдет. Не-не-не-не-не-не. Блин, зависло. А, нет. Нормально, 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 нормально. Нормально, нормально. Сейчас пока не продаем ничего. Пусть полицейские уедут.
Это было опасно. Давайте 51. Давайте, ладно, вот этих вот обслужим. Ну его от греха подальше. Ладно, пусть этот тоже. Пусть будет 55. Вдруг там реально 55. Наберу сколько смогу. Давай, 56, 57, давай. Все, выходим. Хорошо. В итоге 57 хватило. Мы прошли Cherry Poppers. Отлично. Прям такое приятное ощущение внутри, друзья. Кстати, если вы досмотрели до этого момента, вам понравился этот ролик, то напишите. Я буду делать летсплей, может быть, по другим играм. Как я обещал, до 100 тысяч подписчиков у меня будет канал, посвящен GTA. А потом, возможно, будут появляться другие игры. Кстати, на Твиче мы проходим Red Dead Redemption. Твич мой... В описании канала есть Liberty Games TV, поэтому заходите. Напоминаю, что меня зовут Константин, канал Liberty Games. Всем пока-пока.